Здравствуйте, друзья! Вы слышите, как поют птички. Это то, как мечтают петь блогеры, но так, конечно, мы так не можем, как птички. Мы у нас на бэк-ярде, и я хотел вам сегодня показать, как красиво цветочки зацветают, расцветают. Называются они ice plants, да, такие как бы ледяные цветочки, а можно сказать сосульки, цветочки-сосульки. Можно сказать, что все цветы делятся, да, все растения делятся на две категории, ice и не ice, вот так. Слушайте, а здесь тоже что-то интересненькое такое, вообще не поймешь, что. Да, так, издалека на лишайник похоже, но это они просто еще не разрослись. Так, вот они, красавцы. Значит, растут, в смысле растут, цветут. Цветут эти растения с мая где-нибудь по сентябрь-октябрь. Вот видите, да, вот эти маленькие еще не очень разрослись, только-только-только пошли. Они такие ползучие. Вот, а эти уже побольше разрослись. Так, идем дальше. Беседочка. Ой, а тут прямо, знаете, цветочная поляна. Вот. Смотрите, как они. Давайте я поближе камеру подведу. Вот так. Вот они. Красавчики. Тоненькие такие лепесточки. Тоненькие. И вот здесь на солнышке, видите, они раскрылись хорошо. Там, где мы были до этого, там, где мы начинали съемку, там они так более скромненько себя вели. Так. Давайте мы смелее будем показывать. А вот тут, видите, еще ничем не заросло. Так вот, не добралось еще до этого места. Но это примерно за год вот так разрослось. Тут вообще ничего не было. Те, кто давно смотрит наш канал, помнят, как все это происходило. Да. Такое ощущение, что вот эти вот ползучие айсплэнты просто задавили, не то что задавили, но так как-то лишили вида то, что рядом с ними растет, вот тут кустики побольше. Знаете что? И виноград дикий пошел, неплохо пошел. Вот в прошлом году как-то вида у него еще не было, как-то он куца так стоял. На самом деле, вот чуть левее он до сих пор довольно куцый. Вот тут как-то так не разросся еще, да? А вот с этой стороны просто вот именно то, ради чего сажали. Они бывают других цветов тоже. Не обязательно вот такие фиолетовые. Ну, может быть, фиолетовые неправильное слово. Ну, в общем, они и других оттенков тоже бывают. Да. Вот так, друзья. Солнце и вода буквально творят чудеса, когда они работают вместе.